К сожалению, в нашей стране резко возросло число подростков в наркобизнесе. Об этом сообщили сегодня на брифинге МВД. И вот по данным представителей ведомства, такое положение свидетельствует о проблемах в согласованной разъяснительной работе со стороны полиции, органов местного управления и администрации учебных заведений. Если в 2020 году несовершеннолетние совершили 15 наркопреступлений, из них 5 фактов сбыта, то год спустя цифра эта уже возросла до 26 случаев. В прошлом году ими были совершены 25 наркоправонарушений, а уже в этом в незаконный оборот наркотика вовлечено свыше 29 подростков.